Вопрос Александру Золотинсковичу. В последнее время ходит слишком много необоснованных слухов про то, что вы поддерживаете Рауля Джунковича Хадженба. Якобы специально не поддержали партию Амцахара, разделили народ, чтобы вновь дать возможность выиграть на выборах нынешнему президенту. Несмотря на все это, не сомневаемся, что большинство населения не верит этим слухам и домыслам. Но все же просим поговорить с народом на эту тему, чтобы не вводить в заблуждение остальную часть населения. Автор неизвестен. Уважаемый аноним, если это так, тогда почему я здесь? Но, видимо, кому-то нужно, вместо того, чтобы заниматься позитивными делами, сочинять подобного рода вопросы. Я и к этому отношусь с уважением. Ну что теперь делать? Есть тут вопрос другой. Почему я не Самсахары? Я Самсахары всегда был и остаюсь с моими друзьями из Амцахары. Но случаются в политике такие вещи, которые я не могу преодолеть. И не хочу преодолевать подобного рода вопросы. Я говорю об единой Абхазии. Я с единой Абхазией. Сидеть за одним политическим столом не имею морального права. Никакого конфликта у нас с Амцахарой нет. Пусть никто не выдумывает. Но мы идем в данном случае разными командами, которые думают, в общем-то, понятно, адекватно, и вы понимаете то, о чем я говорю. Но у меня тоже есть свое право выдвигать кандидата в президенты и оказать им поддержку, и кандидата в вице-президент. Здесь нет никакой теории заговора.